Итак, всем привет, друзья! Сегодня мы посмотрим вот на такую серию Happy Meal, которая будет проходить с 20 февраля по 19 марта, так же, как и маски черепашки-ниндзя. И это, собственно, тоже маски, только маски Hello Kitty. Вот, как вы можете видеть, превращайся в любимых героев Hello Kitty, Happy Meal. И вот, вы видите, это, собственно, и будут 4 вот таких масочки. Вот, вот так смотрится коробочка, лицевая сторона. Давайте откроем, и я ее покажу вам, как обычно я это делаю. Теперь, мне кажется, так лучше показывать ее в открытом состоянии, видно все. Вот так смотрится лицевая сторона, персонажи все, которые будут представлены в этой серии. Дальше код миссии и вырезалочки, на которые мы посмотрим почти в конце. Сзади, как обычно, ну, тут всякая информация про Happy Studio, приложение и все такое. И с этой стороны тоже вырезалочки. Вот, эта серия для девочек. Черепашки-ниндзя были для мальчиков, эта серия для девочек. Hello Kitty. Итак, давайте же посмотрим на нашу самую первую масочку. Достаем ее. Вот так она смотрится. Давайте прочитаем ее название. Так, изделие для праздников, карнавалов, игрушка-маска Hello Kitty. Ну, это, собственно, сама Hello Kitty. Давайте сейчас откроем пакетик. Вот, и посмотрим на нее уже вне пакетика, потому что он слегка бликует. Мне, кстати, не сразу выкладывал видео, потому что мне как раз этой игрушки не хватало. Вот, было 3 только. Так. Ух ты, у них, смотрите, у них другие защелочки. Итак, смотрите, в общем, вот так вот смотрится. Блин, какая красивая. Смотрите, вот такая маска. Мне прям нравится. Как и черепашки-ниндзя, она очень такая качественная. Очень вот бантик, носик, глазки. Все сделано прям очень качественно. Так, открываются они так же, я понимаю, как и черепашки-ниндзя. Так. Ну да, да, такие тут. А, нет, стоп, вот, вот так. Или другая система, что-то щелчка не было характерного. Но крепятся они к очкам также, их можно вытащить, использовать как просто очки. Так, на дужках у нас что? Так, на дужках, вот смотрите, вот здесь вот Hello Kitty изображение, спереди вот красная оправа, красненькие дужки, и вот здесь Hello Kitty, вот Hello Kitty видно, да? Видно. Итак, и давайте же посмотрим, как она будет смотреться. Да-да, я буду мерить маски и Hello Kitty, как и черепашки-ниндзя. И давайте переходим, посмотрим, как будет смотреться на мне вот эта вот наша первая масочка. Итак, вот так вот, собственно, смотрится первая маска Hello Kitty. Красненькая, симпатичная. Вот так вот на лице смотрится. Сказать больше не знаю чего. Она очень красивая. Надеюсь, вам она понравится. Итак, давайте перейдем к следующей нашей игрушке. И это будет, секунду, это будет игрушка-маска Choco Cat. Какая-то вот такая вот черненькая прикольная масочка. Давайте посмотрим теперь на нее. Так, открываем пакетик. Пакетики открываются достаточно легко руками. Можно это сделать. Смотрите, у Hello Kitty была вот такая вот. Это как, ну, типа, не блистер, конечно, но такая пластиковая защелочка. А здесь вот просто, опять же таки, как у черепашек бумажечка. Ну, это, конечно, ничего, никакой роли не играет, но все-таки довольно интересно. Блин, прикольные у них оправы вот эти, написано у них. Вот, вот здесь, как у черепашек, такие прям характерный щелчок происходит. Итак, сразу дужки показываю, как я говорил, вот здесь изображение Choco Cat, и вот здесь написано Choco Cat. Надеюсь, вам видно. И с этой стороны, как у Hello Kitty, тоже просто изображение Choco Cat. Ну и давайте посмотрим, вот, вот так вот смотрится сама масочка. Мне кажется, очень классная такая яркая, яркая, прикольная, черная, желтая оправа, желтые дужки и так далее. Все с этой стороны тоже все вот одинаково у них. Они также закрепляются на ровозащелках. Можно снять, опять же таки, все абсолютно масочки. Вот. Вот так, смотрите, смотрится. Тоже по качеству никаких претензий нету. Все прям вот, ну, очень классно. Вот смотрите. Просто, просто потрясающе. Вот. И давайте переходим, посмотрим ее на мне. Итак, вот так вот смотрится масочка Choco Cat. Тоже она такая очень симпатичная, яркая, как и все остальные. И опять же таки, я думаю, то, что она вам тоже нравится, как и все остальные эти масочки. И вы обязательно подберете себе маску по вкусу, на этот раз очки желтого цвета. Итак, давайте перейдем теперь к нашей третьей маске. Итак, достаем. Что мы здесь видим? Это Charmy Kitty. Смотрите, игрушка-маска Charmy Kitty. Так, давайте ее достанем, посмотрим на нее поближе. Получше. О, вот Charmy Kitty вообще не хочет, блин, эх, не хочет открываться Charmy Kitty. В черепахах тоже, по-моему, третья маска не хотела открываться, по-моему, третья.
Здесь та же история, третий прям вообще никак, кое-как открыл. Вот, тяжело далась. Кстати, здесь тоже, смотрите, она закрыта была вот такой вот штучкой, пластмассовой, пластиковой, как и Hello Kitty. Эх, вот тут вот маленчик, смотрите, испачкано в чем-то. Испачкано ведь это? Да-да, испачкано, это ладно, это можно оттереть. Итак, Charming Kitty. Блин, какая она такая милая, прям не могу смотреть. Вот так смотрится. Бантик. Личико ее милое. Прям смотрите, по качеству нет никаких претензий. Даже вот здесь вот. Нет, здесь чуть-чуть. Но это особая мелочь. Видите, там чуть потеки краски на бусиках. Но это прям вот такая мелочь, то что, ну прям, я не знаю. Очень вот такая огромническая мелочь. Огромная мелочь, ну да. Ну вот, давайте откроем душечки. Итак, смотрите, что здесь у нас. Вот изображение ее написано, Charming Kitty. Опять же таки здесь ее изображение. Вот так вот она смотрится классно. Сзади тоже вот так вот. А также они вот разгибаются на любое лицо. Подойдут и на взрослого человека, и на ребенка. Ну и давайте перейдем и посмотрим, как она будет смотреться на мне. Итак, вот таким вот образом смотрится масочка Charming Kitty. Опять же таки, как все придут. Ну это, наверное, самая более такая... для девочек подходящие, потому что розовая, право-розовая, ну, в общем, розовые очки и очень красивая кисонька. Мне очень нравится, очень красочная, яркая и красивая. Надеюсь, вам тоже это все очень-очень нравится. Итак, ну давайте посмотрим на последнюю нашу сегодняшнюю маску из этой серии. Это вот такая масочка. Так, название давайте посмотрим. Называется My Melody. Игрушка-маска My Melody. Вот тут еще написано, вот видите, My Melody. Вот, давайте откроем, посмотрим, как она смотрится у нас. Так, это открылось полегче, чем предыдущая. Аккуратненько извлекаем. Смотрите, опять же таки она вот на этой с пластиковой штучкой. Убираем ее, открываем душечки. Ага, так. Ага, маленечко они как бы это... Вылетала вот сама... Само вот это изображение головушки прекрасной My Melody. В общем, я его вставил обратно. Так, смотрите. Итак, опять же таки, на душках здесь то же самое. Смотрите, как красиво здесь все. Это одна душка. Это вторая душка. Вот так смотрится сама масочка. Тоже очень яркая, красочная и красивая. Смотрите, поближе вот могу показать. Прям все очень и очень классно и красиво. Вот, ну и в принципе, чего тянуть, давайте тоже я ее померяю, примерю на себя. Вот, посмотрим и перейдем уже к вырезалочкам. А вот, собственно, и последняя наша сегодняшняя масочка My Melody. Все маски очень классные, очень яркие, очень красочные. И они мне очень понравились, и надеюсь, вы разделяете мое мнение, они вам тоже нравятся. Вот, и вы подберете себе по вкусу, не обязательно покупать все, можно купить просто одну, которая больше всего вам понравилась. И давайте перейдем к следующей части моего видео. Итак, теперь давайте перейдем к вырезалочкам. У нас должно получиться, вот здесь сюда сзади показано, что это вот такой бантик для девочек и два браслетика. Сейчас я все вырежу из коробочки и покажу, что у нас получится. Итак, вот такие, собственно, получаются вырезалочки. Вот этот бантик — это девочкам заплетать волосы. И вот такой вот браслетик. Тут вот эти вот все остальные штучки, как бы аксессуары для браслетика, нужно будет уже втыкать в него. Вот. И давайте перейдем к последней части, где посмотрим на всю коллекцию вместе. Кстати, в этот раз был в Макдональдс, очень мне нравятся там всякие штучки, были вот такие, смотрите. Тут как бы можно что-то написать и приклеить, это вот наклеечки, они все одинаковые, вот я взял, и это раз, что я там взял. Ну, я периодически показываю, что я там беру разные штучки, не потому что там можно бесплатно брать. И вот такой вот листочек, это типа какая-то игра. Вот там сзади правила, можете на стопе посмотреть, вот так смотрится. Вот. Ну, а это, собственно, все. Вот это вот вся серия Hello Kitty. Очень классные маски, очень качественные. Их можно даже, если носить, то, допустим, любимого персонажа вот этого купить, просто снять очки, останется просто как изображение, куда-то его прилепить. Как-то, ну, то есть, обширное применение можно им сделать, помимо очков. Вот, это уже выбор за вами, вы что хотите, то и творите. Вот. Потому что серия очень качественная, очень красивая, красочная и яркая. Вот. Мне лично нравятся очень и черепахи, и Hello Kitty.
И на этом, собственно, все. Кому понравилось, обязательно ставим мне лайк. И ждите новые видео. Всем пока!